Всем привет-привет! Мы на канале Ашерка, и сегодня мы делаем эксперимент. Всем привет-привет! Мы на канале Ашерка, и сегодня мы вам покажем прикольный прикол. Я такого еще не видела. Ашер мне показал, мне очень понравилось. Я это на Ютубе. И мы сразу решили сделать такой видосик и показать вам. Я это на Ютубе увидела. Сначала надо такую емкость налить туда водички. Мы накручиваем в нашу водичку перец, много, так побольше, побольше. И перец у нас будет выполнять роль бактерий. Вот этот у нас такие бактерии в водичке плавают, черные, страшные, такие ужасные, да? Кто не любит, ваши дети, если не любят мыть руки, просто покажите это, они сразу будут Покажите наш видосик, они побегут мыть руки, да? Вот, это наши бактерии. И если мы наши ручки чистые опускаем, что получаем? Вот там бактерии. Кучу, покажи пальчик мне. Вот смотри, бактерии там. Кучу бактерий на нашем пальчике. Вот они. Но давай ты покажешь, как твой пальчик будет. Вот, давай и мой пальчик. Вот я окунаю пальчик и а вот. У тебя больше почему-то. У меня пальчик больше. Так, фокусируемся. И вот сколько бактерий осталось на моем пальчике, да? Всяких вирусов, бактерий, всего. Нет, у тебя поменьше пальчик. И мы покажем вам, как не подцепить все эти бактерии на пальчик. Берем мыло и на наш пальчик капаем чуть-чуть мыла. Так даже много не надо. И окунаем в наши бактерии. Во как бактерии все убежали от пальчика. Да. Видели? Бактерии очень боятся мыла. Так что теперь мы будем руки мыть только с мылом. Одной водички недостаточно, потому что бактерии не боятся. Нужно мыло. Да. Всем пока-пока. Мы были на канале Ашерка. Мы были на канале Ашерка. Всем пока-пока. Мойте руки с мылом. Часто-часто. Пока-пока. Пока-пока.